Добрый день, уважаемые наши зрители, уважаемые коллеги. Я надеюсь, что сегодня наш вопрос выездки и развития выездки в России будет интересен для всех регионов и также для всех слушателей, которые так или иначе заинтересованы в развитии нашей прекрасной дисциплины под названием выездка. Но мы подготовили небольшую презентацию, где постараемся охватить вопросы непосредственно спорта высших достижений и развития выездки как таковой. Поговорим сегодня о острых вопросах, о том, что необходимо решать в ближайшее время и вопросах, которые можно будет решать в дальнейшей перспективе. Но мы назвали нашу презентацию «Выездка. Медали не просто мечта, а реальность». Это действительно так, потому что если мы говорим о дисциплине выездка, то мы будем говорить о том, что выездка – одна из немногих дисциплин, олимпийских дисциплин конного спорта на сегодняшний момент, развивается стремительно, развивается с большим-большим будущим потенциалом, как мне кажется, и сегодня мы будем говорить о том, что мы имеем на сегодняшний момент и то, что мы хотим сделать на будущее. Если мы берем наши достижения, которые были за последние несколько лет, 4-5 лет, вот за последние 5 лет, то, конечно, самым основным достижением российской выездки в области спорта, в области большого спорта является получение командной лицензии на Олимпийские игры 2020 года в Токио. К сожалению, Олимпийские игры передвинуты, и поэтому у нас появились новые возможности, и, может быть, благодаря этим возможностям у нас появится также новые пары, которые смогут представлять Россию на Олимпийских играх, которые планируются в будущем году. Ну, вот хотелось бы немножко об этом поговорить, о том, что практически 35 лет мы не имели возможности выступать командой. А выступление командой – это как бы один из показателей развития дисциплины в стране. И те страны, которые развиваются, скажем так, более интенсивно, и продвинутые страны выездки, конечно, они все участвуют в главных стартах сезона, в чемпионатах мира, Европы и в Олимпийских играх командами. И вот сейчас мы приблизились к той черте, где мы можем выставить, наконец-то можем выставить команду. Конечно, была проведена огромная работа нашей федерации, работа лично президентом федерации Марины Владимировны Сечиной, потому что нам дали такую возможность, дали возможность разыграть олимпийские лицензии на нашу группу стран. Поэтому, конечно, замечательная наша команда, которая завоевала эту лицензию, завоевала достойно, она дала, так сказать, толчок для развития взрослой выездки, для развития нашей дисциплины. Потому что, как мы помним, были наши победы, ну, были и поражения, но, тем не менее, за последние годы, к сожалению, выступление на Олимпийских играх было только всадниками личного зачета. И здесь мне хотелось бы отметить, что последнее такое достаточно высокое достижение на Олимпийских играх – это был 2008 год, Гонконг, Олимпиада, Пекинская Олимпиада, где у нас Александра Карелова в переезде Большого приза была пятая, и в кюре Большого приза в финале была шестая, как раз в дисциплине выездка. Далее нашу команду представляли и Инесса Меркулова, и Марина Афрамеева, и, конечно, благодаря тому, что эти всадники все время держались там, и как бы выступали с хорошими результатами на всех крупных международных стартах
по взрослым, конечно, для международного сообщества это было несомненно, что выездка в России все-таки развивается. И вот как бы, итог этого – это командная лицензия. Поэтому мы безмерно рады, что наконец-то мы сможем выставить команду. И как раз с этой целью главным тренером олимпийской сборной был приглашен Фердинанд Эльберг, независимый, авторитетный, профессиональный специалист, который, в общем, работает сейчас над подготовкой этой олимпийской команды. Далее мне хотелось бы отметить успехи молодежного спорта. Ну, немножко это мне ближе, поэтому об этом я немножко хочу рассказать поподробнее. Наша молодежь последние годы имеет не просто медали, а имеет медали различных достоинств европейских первенств. Мне хотелось бы сказать одну особенность молодежного спорта, которая основана на том, что постоянная смена возрастов, смена команд, и тем не менее практически каждый год мы команду меняем где-то на 50, где-то на 75% в каждой возрастной группе. Это для нас одно из достижений, что мы смогли практически во всех возрастных группах выступать командами. И, конечно, вот бронзовая медаль прошлогодняя, она нам досталась очень тяжело в детской возрастной группе, потому что состав команды практически был изменен на 75%. Тем не менее, всадники выступили достойно, и в этой возрастной группе началась очень большая конкуренция с молодежью западных стран, такими как Германия, Голландия, Дания, и тем не менее наши девчонки вот в прошлом году были третьими. В 2017 году у нас была серебряная медаль в этой же возрастной группе и бронзовая в личном зачете. Но здесь я хотела бы отметить, что те всадники, которые прошли через состав детской команды, на сегодняшний момент уже выступают в составе группы юниоров. И вот в этой связи я хотела бы отметить нескольких всадников, которые прошли молодежную команду и сейчас уже представляют из себя, так сказать, конкурентных всадников для олимпийской сборной. Это такие всадники, как Александра Максакова, которая в этом году выступала в группе Ю-25, но тем не менее она уже едет по взрослым, и как раз эта спортсменка вышла из состава молодежных сборных команд. Ну и вот Анна Гусейнова, которая начала серебряные медали в 2015 году, сейчас достойно выступает по классу юниоры уже на первенствах более высокого уровня. Ну вот самый удачный у нас год, это был 16-й, где Анна Гусейнова была золотым абсолютным победителем на первенстве Европы в Испании. И также наша команда завоевала первое место. Это для нас было предсказуемо, с одной стороны, неожиданно, потому что все-таки это в этой новой возрастной группе мы как бы поступаем с первого года образования ее правилами ФИИ. Ну и вот у нас была серебряная медаль, наша первая медаль в 2015 году, где как раз тот состав серебряных медалистов сейчас пополнил ряды уже юниорской сборной. То есть есть движение, есть возможность этого движения. Поэтому я считаю, что сейчас на данный момент вот, молодежные команды, они, скажем так, помогают нашим взрослым. Ну вот вернемся к взрослым спортсменам, мы вернемся к спортсменам группы А. Напомню, что группа А – это спортсмены, выступающие по большим въездам. И таких спортсменов у нас, выступающих в международных соревнованиях, 41 человек. А по России по данной возрастной группе выступают около 70 человек. Ну, если мы возьмем общий рейтинг ФИИ, вот то, что представляет таблица, в рейтинге ФИИ, то есть по всему миру, люди, выступающие по большим въездам, это примерно более 900 человек. Поэтому как бы этот эксклюзив, он нами сохраняется. Конечно, мы бы хотели, чтобы
процентное соотношение выступающих спортсменов из группы Б, тех, кто выступает по большим въездам, увеличивалось для группы А, но, к сожалению, не все всадники могут ехать в данной возрастной категории, и не все лошади могут быть подготовлены на этот олимпийский уровень. Но я могу сказать, что мы благодарны этим людям, потому что они занимаются на уровне большого спорта, на уровне спорта высших достижений, но, тем не менее, каждый из них вносит свою лепту для развития общего направления выездки. Ну вот здесь представлена таблица количества спортивных пар, которые выступают, так сказать, по группе А, и те пары, которые у нас входят в рейтинг Международной Федерации, их немного. А вот в правой диаграмме это вообще общее количество спортивных пар, которые занимаются выездкой. И вот маленькая-маленькая доля, это порядка 6-7%, которые выступают на соревнованиях международного уровня. Если мы посмотрим по, вот, например, графику количества спортивных пар, которые у нас каждый год примерно остаются одним и тем же, да, на уровне больших езд и малых езд, то за последние два года пошел небольшой рост всадников, участвующих в международных соревнованиях. Ну, если мы рассмотрим по категориям, то мы увидим, что в категории, например, взрослых, таких всадников 41, и они составляют всего 4%, то в категориях, например, детей, юноши, юниоров, таких всадников значительно больше, и уже много российских пар пытаются выступать на уровне международном. Но если мы говорим о детях, то, конечно, у нас огромное количество детей, занимающихся на уровне детской выездки. Об этой группе можно поговорить отдельно, потому что это основа основ, это базовая подготовка всадников. Но участников международных соревнований из этой группы пока слишком маленькая, это 4, примерно 4 с небольшим процента. Юноши уже побольше, около 13%. У нас примерно 77 пар выступают на уровне юноши. И юниоров примерно 22%, потому что юниорская группа, она снижается по количеству, но, тем не менее, по качеству уже спортсмены практически переходят во взрослую категорию. Ну, Ю-25 – это новая для нас группа, это группа, которая сейчас подходит и является резервом, и должна быть резервом для взрослой сборной, но на сегодняшний момент, конечно, эта группа у нас малочисленная, и здесь нужен ряд мероприятий для того, чтобы эта группа развивалась и двигалась, так сказать, вперед, для того, чтобы действительно полноценная была подготовка к большим ездам. И еще у нас есть группа, которая группа «Пони», где мы совершенно недавно, буквально в прошлом году выставляли первый раз команду, хотя выступающих всадников личного зачета у нас за последние годы было несколько человек. Но, тем не менее, как раз пони-спорт, я думаю, что для этого будет отдельная презентация, он у нас развивается стремительно, но, тем не менее, мы хотели бы, чтобы те всадники, которые выступают пони по уездам ФИ, их было, конечно, значительно больше, потому что на сегодняшний день в рейтинге ФИ среди пони находится всего 7 пар. Это говорит о том, что из огромной массы пони-спорта выходят в спорт, где можно себя проявлять, там, где можно представлять сборную России, не так много всадников, скорее всего, это связано с подготовкой лошадей. Ну вот, если вы посмотрите статистику, вернемся опять ко взрослым, статистику по лично-командным чемпионатам России,
то мы увидим, что состав команд из регионов, он не такой большой, потому что, например, в 2019 году это не был характерный, конечно, чемпионат, было представлено всего 5 регионов, и по группе было 30 участников, по группе А всего лишь 8 участников, и только из 4 регионов. Ну, а в 2018 году регионов было чуть побольше, и в больших, и в малых ездах, и вот у нас был такой активный 17-й год, где по малым ездам выступало большое количество всадников по группе Б из 11 регионов, и группа А представляла у нас 8 регионов. Поэтому, конечно, мы сейчас говорим о том, что большой спорт должен перейти границы, рамки Москвы, Московской области, Ленинградской области, Питера, и прекрасные школы Сибири, прекрасные школы Центрального федерального округа, Урала, они должны продолжать заниматься большой выездкой, и все-таки из этих регионов тоже должны быть всадники, которые должны представлять свои регионы и по группе А, и по группе Б, то есть по большим и по малым ездам. На сегодняшний момент, конечно, пока это не так явно. А вот что касается молодежных команд, конечно, большое количество молодежи у нас занимается. И здесь, конечно, я бы хотела отметить, вот специально показываю вам таблицу, где есть и количество спортивных пар, которые за сезон выступают, и участников первенств России и спартакиад. Как вы знаете, спартакиады проходят у нас через год, спартакиады учащихся – это соревнования для юношей, и спартакиады молодежи – это соревнования для юниоров, более старших всадников. И выездка является одной из олимпийских дисциплин, представительство которой охватывает практически все регионы, культивирующие конный спорт в России. То есть если мы посмотрим по и количеству команд, и количеству участников, выездка, конечно, значительно превосходит и конкуры Трейборе, не в обиду будет им сказано, и тот, так сказать, международный олимпийский стандарт даже составления команды, он тоже, так сказать, у выездки присутствует. То есть у нас на спартакиадах 4 человека команда за счет по 3, это тот стандарт европейского первенства, который мы используем. Ну, на первенстве России, конечно, у нас идут некие послабления, те возрастные группы, которые только развиваются, например, там дети или юниоры, где недостаточное количество участников, мы иногда делаем команды 3 за счет по 2. Но если мы посмотрим географию развития молодежной выездки, мы увидим, что с самых дальних регионов у нас от Дальнего Востока до Калининграда у нас есть представительство спортсменов и на первенствах России, и на спартакиадах. Поэтому это, конечно, очень отрадно, и мы этому несказанно рады. Но если мы вот вернемся к выступлениям сборных команд России, мы вот увидим, что последние годы наша команда стабильно принимает участие в первенствах Европы и практически каждый сезон является командой, претендующей на медаль, хотя количество команд участников постоянно меняется в большую сторону. Но тем не менее всадников детского возраста, выступающих на международном уровне, у нас не так много. Вообще детский возраст – это тот возраст, где определяется и готовится базовая подготовка всадников. И это такой задел на будущее. Очень часто на уровне региональных соревнований на судейство детских езд сажают не слишком опытных судей. Но я считаю, что как раз детские езды должны судить судьи более высокой квалификации, более высокой категории, хотя бы для того, чтобы дать правильное направление с самого начала
развитию молодого всадника. И здесь мы говорим о том, что Международная федерация конного спорта уделила огромнейшее внимание как раз развитию этой возрастной группы, изменив систему судейства в данной категории. Сейчас уже судейство осуществляется бригадой, которая определяет не только техническую подготовленность всадников, но и, так сказать, оценочную является, ну, техническая подготовленность и вторую сторону, оценку правильной посадки, правильного ведения лошади по схеме, и уделяет этому огромное значение, потому что как раз те позиции, которые сейчас оцениваются несколько лет назад, были в оценках только молодых лошадей. То есть, если мы говорим о соревнованиях молодых лошадей, там, где оценивается перспектива лошади, то сейчас с таким подходом к судейству мы уже оцениваем перспективу подготовки младших юношей, то есть возрастную группу дети. Ну вот посмотрим тех всадников, которые имели лучшие результаты за последние 5 лет, и мы увидим, что среди них те всадники, которые сейчас стабильно продолжают выступать на уровне сборной команды России и уже представляют из себя всадников других возрастных групп. Ну, я хотела бы отметить Елизавету Лыпань, всадница как раз представитель Воронежской области, Анну Гусейнову, Ольгу Аржаеву, Таисию Русакову и вот новую сейчас звездочку Карину Захарбекову, которая в прошлом году прекрасно выступила, и в этом году она перешла уже в разряд юношей, будем надеяться, будет также успешно выступать. Дальше мы посмотрим статистику по выступлению. Юноши. Ну, что касается юниоров, тут у меня выскочило. Что касается юниоров, это та группа, которая уже приближается ко взрослым. И здесь мы видим и процент выступления на международных стартах больше. И вот те всадники, которые у нас только что мы видели, когда они выступали среди детей, это Анна Гусейнова на Лауде, она сейчас выступает в возрастной категории юниоры. А Александра Максакова, которая в течение нескольких лет была в составе сборной России по юниорам, она сейчас у нас выступает среди взрослых большим ездом и в группе Ю-25. Ну и вот прекрасный всадник у нас есть Екатерина Мельник на эндоре. Я считаю, что тоже одна из молодых перспективных всадниц. Она перешла в разряд взрослых, но сейчас она является и тренером, молодым тренером, и немножко выступает. А вот самая многочисленная группа – это группа юношей. И как раз у нас в этой группе большое количество всадников практически по всей стране. Юношеская выставка очень сильно развита. Здесь мы видим такие фамилии, как Александра Максакова, которая прошла и через юношескую сборную, и Анны Гусейновой, и Анны Арестовой, которая тоже, кстати, пришла в группу Ю-25 уже, и Кристины Леоновой. То есть те всадники, которые представляют не только Москву, не только Московскую область, да, но и представляют, например, как Александра Максакова, Уральских пирамидов. Ну вот, если мы возьмем группу Ю-25, которая как бы сейчас у нас новая эта группа, то есть наша основная задача, конечно, создать команду в данной возрастной группе. Я думаю, что это будет очень хороший резерв для сборной команды в дальнейшем. Вот. Но, тем не менее, у нас уже один раз команда выступала, и мы в составе этой команды были три всадницы. Это Полина Афанасьева, которая имела очень хороший результат, и всадник тоже выступал в составе взрослой сборной команды. И Наталья Казакова и Анастасия Волкова, которая до сих пор является членом сборной команды России. Ну, несколько лет наши всадники не были представлены на европейском первенстве в данной возрастной группе. И вот буквально в прошлом году у нас две всадницы из
Санкт-Петербурга и Ярославской области, Екатерина Волончунас и Ксения Ершова представили Россию на Европейском первенстве в прошлом году. А вот что касается новой возрастной группы для нас, группа «Пони», как раз результат командный мы получили только в прошлом году, и я надеюсь, что, в общем, «Пони спорте» мы будем развиваться. Лучший результат был у Ульяны Коньшиной на «Маврике» из Ленинградской области. А до Ульяны много всадников, такие как Ольга Аржаева и Юлия Горбачева, выступали по программе «Пони Ест». И вот еще раз табличка, где показано развитие нашей выездки по всей России, как раз показатель первен. Еще я хотела бы отметить наши болевые точки, которые на сегодняшний момент присутствуют, так сказать, в выездке. То есть один из моментов, который я хотела бы осветить, это вопрос ЕВСК, вопрос формирования сборных команд, чтобы было всем понятно, и здесь нет никакой тайны. Что такое ЕВСК? Это единая всероссийская квалификация, которая дает право выполнения разрядов и званий. Конечно, много вопросов, потому что последние годы у нас, несмотря на то, что выездка развивается, к сожалению, выполнение звания мастера спорта стало, скажем так, более недоступным. А перед этим огромное количество мастеров у нас появилось в выездке, и это тоже не соответствовало действительности, поэтому пришлось ввести такие меры. Но, тем не менее, мы работаем над тем, чтобы ЕВСК как инструмент, который дает возможность развития дисциплины, помогал этому развитию, помогал детским юношеским спортивным школам, помогал спортсменам правильно и, так сказать, верно расставлять свои коэффициенты, да, на свое мастерство, то есть давать возможность людям выполнять разряды и звания, если они заслуживают. И вот на сегодняшний момент у нас есть ряд предложений по изменению ЕВСК, и, конечно, в обязательном порядке должны быть определенные выполненные условия для этого. Можем вернуться к тому, что, например, звание мастера спорта нужно не просто выполнить, а нужно еще и подтвердить. И, конечно, для этого необходимо объективное судейство, которое иногда нам не хватает, и мы хотели бы к этому вопросу еще вернуться, если у нас будет время, поговорить о войсковом судействе, потому что это очень важно, и войсковое судейство дает правильное направление, либо немножко дезинформирует, если оно не объективное. А вот что касается принципа формирования сборных команд, то все должны понимать, что путь в сборную открыт для всех, и у нас на примере молодежной сборной команды я хотела бы сказать, что несколько лет уже действует система, когда по всей России отбираются всадники, так называемые перспективные группы. Они приглашаются и на учебно-тренировочные сборы, и они участвуют во всех мероприятиях, связанных со сборными командами. И там же озвучиваются критерии попадания в сборную команду России. Хотела бы отметить, что есть принципы формирования сборных команд, определенные Министерством спорта России. И если мы говорим об этом, то есть специальная таблица, по которой команда формируется. Сейчас вот я попробую открыть выписку оттуда. То есть какие в конном спорте учитываются соревнования в первую очередь. И здесь вот идет не столько по процентам, сколько по занятым местам, как вы видите. Да? То есть если на личном чемпионате России или на первенстве России всадники занимают с первого по восьмое место, они имеют право претендовать на состав сборной команды.
например, участие в международных стартах, этапах Кубка мира, Кубках мира. Это тоже, так сказать, один из критериев, по которым формируется сборная команда. Списки сборных команд, они называются кандидаты в сборную команду, публикуются на сайте ФСР и Министерства спорта, и они действуют с 1 января по 31 декабря для летних видов спорта. Списки формируются по двум составам, основной и резервный для взрослых, и далее резервный состав, куда входит вся молодежь, по тем возрастным группам, где проводится первенство Европы. Возрастные группы, естественно, те, в которых сборная команда России может быть представлена командой. Выиски таких команд больше всех, я напомню еще раз, это команда взрослых, это команда Ю-25, это команда юниоров, это команда юношей, команда детей, младшие юноши, и команда пони, также юноши и младшие юноши. Поэтому, когда мы говорим о том, что мы, так сказать, сформировали список кандидатов, это не значит, что эти люди в обязательном порядке там должны быть в составе сборной команды. В основном это примерно двойной состав чемпионатов первенства или там, чемпионатов мира и Европы для взрослых. Еще есть дополнительные критерии отбора, которые учитывают тренеры сборной при формировании команды. Это и положение в рейтинге, и результаты, и частота, и стабильность выступления спортивных пар на международных, всероссийских соревнованиях, в России, за рубежом. Ну и количество и качество результатов, и количество принятых стартов на территории России и на территории Европы. Ну вот есть еще и вопросы, которые мы хотели бы в дальнейшем решить. Ну вот я вижу, что у нас Анатолий Геннадьевич вышел на связь. Я хотела бы предоставить слово председателю комитета по выездке России Анатолию Геннадьевичу Балыкину. Он у нас вышел на связь из Нижнего Новгорода. Здравствуйте, Анатолий Геннадьевич. Меня слышно, видно? Меня слышно? Да, видно, слышно. Да. Добрый день всем. Я извиняюсь за технические неполадки, но, похоже, все наладилось. Очень приятно всех слышать, всех видеть. Несмотря на такое, все карантинные мероприятия, но, тем не менее, жизнь продолжается. И могу сказать, что наш вид спорта, наверное, как один из немногих, а может быть, единственный, продолжает жить обычной спортивной жизнью. Как вы знаете, что мы провели уже командный чемпионат России. На этой неделе у нас первенство России, личный чемпионат России. Возобновляются всероссийские турниры на многих базах, поэтому жизнь идет дальше. Конечно, комитет по выездке все эти вопросы отслеживает. И 4 июня мы провели тоже в режиме видеоконференции заседание нашего комитета по выездке, где обсудили и график соревнований, и проведение официальных турниров, и много других вопросов, в том числе вопрос по ЕВСК, который тоже всех волнует. Надо сказать, что у нас есть ряд ежегодных комитетов по выездке, в основном они проходят осенью, самый первый, когда мы подводим итоги сезона, когда мы утверждаем списки сборных команд по всех возрастов, когда мы утверждаем календарь соревнований. Также у нас проводится порядка еще 2-3 заседаний комитета по остальным вопросам и утверждение правила подведения итогов на командных чемпионатах России, на личных чемпионатах России, на первенствах России и много других мероприятий, вопросов, которые мы рассматриваем на наших заседаниях. Конечно, можно было отметить те самые главные вопросы, которые нас интересуют. И на первом месте я поставил вопрос образования. Комитет тоже этим вопросом и занимается. Как вы знаете, наверное, что Игорь Львович Коган в свое время перевел книгу, три книги, по которым обучаются в Оренсдорфе, немецкая федерация, и мы их активно используем. И по мере необходимости доиздаем.
И они стали очень популярны в нашей стране. Мы их распространяем и через конные клубы, и через Федерацию конного спорта. И хорошо, что интерес к этим книгам, он такой достаточно большой и постоянно востребован. Также наши судейские коллеги по главе с Ириной Макнами перевели руководство для судей по выиске, тоже очень ценный документ, и тоже мы его уже два раза, по-моему, доиздавали, и сейчас вот получили новый тираж, который тоже востребован, и для нас это тоже очень важно. Почему важно обучение? У нас сейчас сформировалась очень сильная международная группа международных судей во главе с Ириной Макнами, пятизвездочным судьей. Есть 3-4-звездочных судей, много 3-звездочных судей. У нас очень сильные судьи, которых ценят в мире. И наша задача, чтобы у нас не было отличий в результатах, когда судят основные судьи, одни результаты, а когда судят остальные судьи, в том числе и в союзной категории, результаты другие. Ну, даже вот далеко ходить нельзя. Вот мы провели чемпионат России, и участники там, показав 62%, например, в малом призе, через две недели выступают на региональных соревнованиях, показывают, что 70%. И даже есть разница и в 10%. Хотя есть и судьи первой категории, и высшей категории. Такого быть не должно. Для нас это самое главное, чтобы спортсмены получили объективную оценку своей работы. Это вводит в заблуждение и тех людей, которые пришли в конный спорт и тратят достаточно много денег, которые вместо того, чтобы тренироваться грамотно, искать грамотных специалистов, начинают пенять на судей, которые неправильных судят и их засуживают. Это вообще очень важно для развития нашего вида спорта, поскольку вид спорта так или иначе зависит от субъективной оценки судей. И в моем понимании, вот мы, наверное, должны как-то вот продумать, как нам в первую очередь судьи высшей категории привести вот к такому же уровню судейства, как мы имеем судейство международных судей. Хочу еще раз подчеркнуть, что у нас очень высококлассные международные судьи, которые в то же время являются судьями союзной всероссийской категории. И для нас это очень важно. И комитет по выиске очень долго лоббировал создание судейской панели для того, чтобы можно было оценивать оценки судей, работу судей на разных соревнованиях. Благодаря поддержке нашего президента Марины Владимировны Сечиной. Я думаю, сейчас эта работа начнет осуществляться. По примеру, судейской панели Международной федерации конного спорта, и мы можем оценивать работу судей и подтягивать их уровень до уровня вот наших ведущих судейского корпуса. Это тоже очень, очень важно. Вот обучение, это вот мое понимание, самая главная задача, которая стоит перед комитетом по выезду. Еще бы хотел обратить внимание на то, что вот Ольга Олеговна уже сказала, что в основном мы имеем спортсменов сборной страны, которые представляют либо Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, ну, крупные центры. Даже если посмотреть вот соревнования, которые мы проводим, и командный чемпионат России, первенство России, у нас всегда мы имели команду с Сибири, там, с Тюмени, с Красноярска, с Екатеринбурга, вот, с Урала, с других регионов, с Челябинска. Имели команды с юга России, со Ставрополя, с Краснодара, меньше мы в Ростове, но в Ростове тоже было. К сожалению, вот этих вот команд в последнее время, ну, может быть, за исключением Краснодара, вот стали все реже видеть. Хотя вот во всех этих регионах есть либо муниципальные, либо региональные конные школы. И если посмотреть вот на членов сборной страны, которые по разным возрастам, по молодежи, то единственное, кто представлен школами государственными там, или муниципальными, это является школа Питера. И то это в большей степени заслуга одного тренера Юлии Принцевой, который действительно вот взял свое дело и тащит своих спортсменов от сборной. Конечно, хотелось бы, чтобы школы тоже занимались
грамотно тренерской работы, давали спортсменов. Хотя в школах, как правило, сейчас много переплетено и с частным конным спортом, и лошади частные там есть, и финансирование. Мало того, что идет громадное финансирование бюджетное с разных бюджетов, но еще и владельцы лошадей, и родители очень много финансируют. Хотелось бы, конечно, отдачу от этих школ иметь, потому что и я думаю, что это вот для задача для комитета по выездке проанализировать все-таки, кто же как выступает, сколько спортсменов выступает от школ в разных возрастных группах, и каких результатов они добиваются. И сравнить их результаты на местных турнирах и на турнирах, которые вот таких серьезных, как либо всероссийские соревнования, либо первенство России или чемпионат России, чтобы можно было как-то подтянуть вот работу этих школ до того уровня, который они заслуживают. Ольга Олеговна сказала уже про поводу участия нашей команды в Олимпийских играх. Ну и комитет по выездке и совместно с Федерацией конного спорта очень долго лоббировал, чтобы нам выделили ставку тренера, и нашли мы тренера, иностранного специалиста мирового уровня, чтобы можно было вот более быть вовлечены, что ли, в мировой конный спорт, хотя мы и так достаточно хорошо там представлены. Но, тем не менее, вот уже год как у нас есть тренер, Фердинанд Элберг, очень высокий, классный специалист, который знает и немецкую школу, и английскую школу выездки. Мы очень уже видим результаты от его работы. Это, несмотря даже на ту же паузу, которая сейчас идет из-за пандемии, я думаю, что мы вот в ближайший год получим еще больше результат от того, что он работает. Результат не только для спортсменов, которые ходят в сборную страны, но и для спортсменов, которые, может быть, там, в ближайшее время или какое-то обозримое будущее не будут выступать на уровне сборной, но всегда есть возможность посмотреть, как организован тренировочный процесс, на что он обращает внимание, что главное в подготовке и лошади, и спортсмена. Поэтому тот, кто интересуется, он знает, что вот Фердинанд, например, проводил в Битце семинары или тренировочные сборы для сборной страны. И были с регионов, в Ярославле были, еще с других регионов, но там должен быть полный манеж вот тренеров, которые смотрели бы за работой этого специалиста. Эта работа того заслуживает, чтобы мы могли вот не заниматься выездкой там, на уровне какой-то школы, а чтобы мы занимались выездкой, мировой выездкой, чтобы мы те требования, которые предъявляют к лошадям, к спортсменам на мировом конном спорте, мировом выездке, чтобы они тоже владели этой ситуацией. Вот поэтому для нас это тоже очень важно. И очень приятно, что президент Федерации конного спорта Марина Владимировна поддерживает комитет по выездке во всех этих делах. Сейчас у нас есть менеджер сборной страны Елена Терехова, которая тоже очень большую работу ведет по продвижению наших сборных и плане тренировочного процесса, в связи с Фердинандом, с другими специалистами. Поэтому это тоже очень важно. Только вот такой дружной команды, которая есть вот, в частности в комитете по выездке, я думаю, будет продолжаться. Хотя, конечно, у каждого может быть свое мнение, и мы спорим, и по-разному спорим, вы, наверное, все знаете. Но, тем не менее, мне кажется, вот, выездка идет в правильном направлении, и мы будем развиваться дальше, использовать те задачи, которые мы, или решая те задачи, которые перед нами стоят. Вот что бы я хотел сказать. Спасибо, Анатолий Геннадьевич. А я бы вот сейчас хотела вернуться к вопросу образования и поговорить об этом, потому что, конечно, момент образования сейчас у нас стоит серьезно, особенно в дальних регионах России, когда недостаточно квалифицированных специалистов. Специалистам я отношу и тренеров, и судей, и директоров,
да, и самих всадников. Поэтому для того, чтобы у нас работа пошла на более высоком уровне, у нас сейчас будет в Федерации проходить программа аттестации тренеров по конному спорту, о которой мы сегодня будем говорить вместе с Ольгой Рейман и Ольгой Гуган в 7 часов вечера. Поэтому я всех сегодняшних зрителей приглашаю присоединиться к нам в 7 часов вечера. Вот. Но, тем не менее, я могу сказать, что уже сейчас сделано и делается. Начнем с того, что существует федеральные стандарты подготовки и федеральные профессиональные стандарты. И, конечно, профессия тренер, если мы начинаем говорить о тренерах, относится к профессиям, в котором, конечно, нужно оттолкнуться от профессиональных качеств и от знаний. И как раз федерация сможет в данном вопросе давать большую возможность развития, потому что уже на сегодняшний момент есть много задумок, и уже работа большая проведена в этом направлении. Но мы ждем вопросов, мы ждем, так сказать, предложений от регионов, потому что специалисты, тренеры, специалисты высокой квалификации, они, конечно, очень востребованы, у них нет столько, скажем так, столько времени, чтобы они могли, ну, оказывать, так сказать, помощь в дальних регионах, но в связи с тем, что у нас сейчас наступил период, с одной стороны, тяжелый, но с другой стороны, почему-то оказавшийся полезным, вот период пандемии, заболевания COVID, мы поняли, что мы можем общаться и общаться достаточно часто с помощью вебинаров, с помощью связи, когда мы можем практически с каждым уголком России быть, так сказать, на связи. Поэтому, конечно, если у тренеров будут возникать какие-то вопросы, которые будут касаться непосредственной работы с спортсменами, тренеры сборной и наш весь тренерский штаб готовы помогать. Я еще раз хотела бы отметить людей, которые принимают участие в работе со сборными командами, потому что немножко мы сейчас забываем и тех специалистов, менеджеров, которые также участвуют, и когда вы звоните или пишете в федерацию, они первые, которые отвечают вам на это. Наши менеджеры наших команд – это Галина Андреева и Варвара Журавкина. Огромная благодарность нашему генеральному менеджеру, про который вот как раз говорил Анатолий Геннадьевич, Елене Тереховой, потому что с ее появлением у нас появились очень много хороших, классных идей, и не только для сборных команд, но и для организации проведения турниров и каких-то новых идей, связанных со спонсорами, которые помогают, так сказать, и команде России, и организаторам соревнований. Проведение различных учебно-тренировочных мероприятий, мастер-классов. Огромное спасибо нашему спортивному директору Федерации Екатерине Вороновой, начальнику сборных команд Павлу Смагину, которая, так сказать, в рамках своей компетенции с удовольствием помогает в выездке, и мы ему очень за это благодарны. Конечно, огромный толчок дал наш главный специалист Фердинанд Вилбер, потому что я считаю, что специалист такой квалификации, конечно, даст возможность развиваться вот именно этому звену, самому высокому звену большого спорта. Вот. И, конечно, нельзя забывать ветеринарных врачей, которые работают со сборными командами, с молодежной сборной командой работает Евгений Владимирович Коровой, и с взрослой командой работает Елена Воробьева. С удовольствием мы врача, медицинского врача сборной представляем, это Александр Травин. Вся диспансеризация на нем в период достаточно жесткого времени, по которому нам, наши всадники должны были пройти диспансеризацию, он, конечно, очень сильно помог. Поэтому огромная команда, и могу сказать, у нас такой целый штаб работы, конечно,
в штабе, принимающим вопросы, вернее, решающими вопросами и принимающим активное участие является наш президент Марина Владимировна Сечина. Я хотела бы сейчас вот рассказать о недавней нашей работе. Эта работа была связана с тем, что наши всадники, вот наши все пять команд готовились к участию в первенстве Европы среди детей, юношей, юниоров в Пуне. И, к сожалению, мы не смогли там принять участие по объективным причинам, но наш президент был очень заинтересован, и Марина Владимировна звонила и делала все, что могла, но, к сожалению, вот та работа, которая нам была проведена и по формированию сборных команд, по отбору всадников для участия, к сожалению, мы не смогли принять участие, потому что были большие проблемы выезда, особенно из России. Но, тем не менее, наши всадники, я хотела бы их отметить, приняли участие в возрастной группе Ю-25 и возрастной группе юниора. Это Анна Гусейнова и Елизавета Лыбань, и это Александра Максакова и Дарья Сущинская. Они представляли Россию, но на первенстве Европы, который проходил в Венгрии. Ну вот здесь хотелось бы отметить, что те всадники, которые стоят и тренируются в Европе, они, конечно, имели большую возможность попадания и на данное соревнование, потому что не было таких вопросов перемещения, вопросов приезда. Вот. Одним из вопросов, касаемых развития нашей дисциплины, я бы хотела отметить вопрос развития детско-юношеского спорта в двух системах. Первая система – это работа детско-юношеских спортивных школ, и вторая система – работа частных клубов и частных владельцев. Но огромное количество всадников, которые занимаются сейчас выездкой, занимается, ну, можно сказать, в частном порядке. Но не будем забывать о том, что по всей России продолжают действовать и работать спортивные школы. И вот здесь тоже есть ряд, так сказать, вопросов и предложений по этому поводу, потому что все школы сейчас работают по федеральному стандарту подготовки, который тоже имеет для конного спорта, я считаю, там некоторые изъяны. Но, тем не менее, сейчас ведется работа по написанию новых федеральных стандартов, и Федерация конного спорта России принимает активное в этом участие. Мы очень тесно общаемся с представителями спортивных школ, знаем их чаяния, надежды, и, так сказать, вот эти все вопросы сейчас будут отражены в новом федеральном стандарте подготовки, в котором, еще раз напомню, Федерация конного спорта России принимает участие. Я бы хотела еще рассмотреть такой вопрос, как составление единого календарного плана, принцип формирования календаря. И здесь тоже возникает много вопросов, и чтобы было понятно, я на примере составления календаря для молодежи стараюсь объяснить, как это делается. Ну, во-первых, принцип формирования единого календарного плана, который утверждается в Министерстве спорта России и представляется по предложению Национальной Федерации, имеет определенные, ну, так сказать, законы. Да? Первое и самое важное – главные старты сезона, которые должны быть в сроки, в те сроки, оттолкнувшись от которых, мы можем делать отбор сборной команды. Ну, например, первенство Европы среди детей, юношей и юниоров обычно проходит в период с середины июля. Ну, иногда бывает до середины августа. Поэтому первенство России у нас всегда запланировано на примерно середину мая, начало чуть середину мая. Почему? Потому что первенство России является одним из этапов отбора в сборную команду России, уже в состав сборной команды России, на первенство Европы. Май – это тот месяц, когда в начале мая есть праздники, есть возможность, так сказать, больше уделить внимание
отработки каких-то упражнений, элементов на после зимнего сезона. И поэтому в этот период у, в основном у студентов, у школьников нет такой подготовки к экзамену, нет экзаменов, потому что, например, июнь месяц – это период, конец мая, июнь месяц – это период экзаменов, период ЕГЭ, вступительных экзаменов и так далее. Поэтому май месяц – это как раз тот месяц, когда мы можем совершенно безболезненно, так сказать, чуть-чуть уйти от учебного процесса. Но, тем не менее, мы даем возможность тем всадникам, которые проедут и отберутся в мае месяце, возможность выступить на площадках Европы, предположим, вторую половину июня и начало июля. Да, и поэтому как бы, у нас получается такой полноценный период подготовки. А вот если для рассматривать, так сказать, старты в мае месяце для многих регионов, особенно дальних, где у них практически период выхода на грунт ну, уже начинается там в мае, в конце мая-июня, то, конечно, для этих спортсменов я бы порекомендовала организацию ну, для сборной команды вот региона, там буквально там, 4, 5, 6 может, человек, участие в каких-то учебно-тренировочных мероприятиях уже поближе, так сказать, к Москве и Московской области, чтобы можно было и потренироваться, и получить какие-то знания, конечно, им бывает сложно. Но, тем не менее, зимний период подготовки, который в манеже также осуществляется и проводится также много соревнований, его тоже надо как-то вот завершать и показывать вот этот период подготовки. В середине мая, если мы говорим о сроках. Но еще у нас как бы каждый год идет такое мероприятие, как спартакиада, которое тоже является одним из основных, главных стартов сезона. И спартакиады обычно у нас по решению Министерства спорта, по тем срокам, которые они нам предоставляют, это у нас начало августа. Поэтому те регионы, которые там не смогли в полном, так сказать, объеме поучаствовать в первенстве России, могут, если, так сказать, летние уже подготовки, участвовать в августе и представлять команды. И это, кстати говоря, совершенно четко показывает та табличка, где спортсмены принимают участие в стартах уже на первенствах России и на спартакиадах. Вы видите, что практически по количеству регионов спартакиады, в общем, самые многочисленные у нас соревнования по представительству региона. Вот. Поэтому, конечно, календарь составления единого календарного плана оно должно быть с учетом интересов и сборной команды, и развития, так сказать, спорта в регионах тоже. Поэтому я думаю, что когда имеется возможность проведения и первенств России, и спартакиад, это как раз уравновешивает и интересы сборных команд, и интересы региона. Вот. Один из вопросов, который тоже часто волнует всех любителей выездки, это вот, и особенно кандидаты в сборные команды, это вопрос финансирования. Многие не очень понимают, как осуществляется, например, финансирование Министерства спорта России. Ну, скажу, что Министерство спорта России выделяет финансирование исключительно на подготовку сборных команд России. Вот. Поэтому тот бюджет, который выделяется на вид спорта, на конный спорт, он делится между олимпийскими дисциплинами и неолимпийскими дисциплинами, которые представляют команды на крупнейших, на самых главных стартах сезона. Это конкур, выездка, троеборье, это вытяжировка, которая у нас очень успешно выступает. И сейчас это были и пробеги, это была и джигитовка, и новые виды спорта, которые сейчас культивируются, не олимпийские, культивируются также Министерством спорта и поддерживаются Министерством спорта России. В бюджете выделяется рублевая часть и валютная часть, которые распределяются ну, на сегодняшний момент для выездов сборных команд, для проведения учебно-тренировочных сборов. И рублевая часть также может быть использована на организацию
проведения отборочных соревнований. Вот. Но сказать, что этого финансирования достаточно, конечно же, нет. Опять же, я буду говорить о той дисциплине и о тех возрастных категориях, которых уже несколько лет работаю, это молодежные выездки. Могу сказать, что на первенство Европы, на выезды первенства Европы команд, ну, предположим, там, последний раз у нас выезжали 4 команды и личные, да, в 2019 году 4 полные команды, нам хватает только на заявочные взносы, на суточные спортсменам, там, небольшие, на, не знаю, бокс-дневники, на небольшой транспорт и, в общем, практически там авиабилеты, и это не такие большие деньги, и, в общем, по сути, финансирования всегда не хватает, и в 2019 году, конечно, Федерация конного спорта России помогала и немножечко добавляла, потому что таких выездов, несмотря на то, что выступают там 4 спортсмена команды в каждой разной категории, едет совершенно небольшой состав делегации, это шеф команды, это ветеринарный доктор и тренер команды. То есть команда, конечно, в очень укороченном составе есть. Вот. Но еще я бы хотела вернуться к финансированию в плане определения, так сказать, пропорции распределения вот этих денег. И несмотря на то, что в выездке 6 возрастных категорий, которые выступают, например, 3-4, ну, деньги распределяются примерно одинаково, да, или там в конкурсе. Вот. Поэтому пока так. Я думаю, что нам нужно смотреть и для сборных команд, конечно, работать со спонсорами и искать, может быть, генерального спонсора молодежной выездки. Нам, кстати говоря, хочу сказать огромное спасибо компании «Детский мир», который был спонсором нашей молодежной команды, и прекрасные были сшиты нам ретинкоты, которые до сих пор наши спортсмены используют, прекрасные вольтрапы, бинты, то есть вот экипировка всадников небольшая и экипировка лошади, ну, хотелось бы, конечно, больше. Вот. И все равно мы благодарны тем людям, которые поддерживают нас. И в первую очередь я бы хотела благодарить всех родителей, тех детей, которые занимаются выездкой, потому что только благодаря вам ваши дети пришли в этот замечательный вид спорта, и благодаря вам они имеют возможность выступать, они имеют возможность себя показывать, себя проявлять. Несмотря на то, что большая часть детей потом, может быть, уйдет из этого вида спорта, из конного спорта, но тем не менее на всю жизнь останется правильное отношение к животным, правильное отношение к организации своего времени. И я считаю, что те родители, которые поддерживают своих детей в занятии спортом, они, конечно, я считаю, что поступают очень-очень мудро. Вот. Еще хотелось бы вернуться к вопросу как раз вот судейства и то, что говорил Анатолий Геннадьевич. Вопросы судейства у нас неоднозначные, и всегда к судейству предъявляются такие несколько повышенные требования не только на территории России, но и в мире. Как вы знаете, международная система судейства имеет деление судей на различные уровни, касающиеся, они определяются звездами. То есть есть судьи 5 звезд, есть судьи 4 звезд, 3 звезд, 2 звезд и судьи национальные. У нас, конечно, мы бы хотели, чтобы у нас судей 5 звезд было немножечко больше, мы на это надеемся, и у нас есть к этому, так сказать, большие предпосылки, то есть есть судьи, которые очень востребованы в мире. Это Ирина Макнами, как мы знаем, и Юрий Романов. И, конечно, мы надеемся, что вот эти судьи, они как бы наши флагманы. Вопросы к судейству. Как раз есть такая система в международном судействе, это контролирующая судейская панель, которая дает оценку судейства на чемпионатах мира, Европы, Олимпийских играх и, в общем-то, контролирует судей в течение
всего процесса проведения международных соревнований. Мы хотели, чтобы такая панель действовала у нас, и комитет по выездке даже уже такое решение принимал еще в прошлом году, за прошлым году. Вот. Но пока мы, конечно, сейчас на эту тему работаем. Для чего? Для того, чтобы каждый судья, сидящий в будке, понимал свою ответственность. Ответственность не только за то, что какие оценки он поставил, а ответственность за то, какое направление он будет давать дальнейшему развитию данной спортивной пары. То есть не просто оценить, там, хорошо или плохо, а дать направление. И если судьи у нас будут давать правильные направления, то у нас выездка в целом будет развиваться положительными тенденциями. Если судьи по неопытности или, там, или по какому-то умыслу будут давать неправильные направления, то выездка будет развиваться не так как бы энергично, не так интенсивно, не с такими там, тенденциями. И это касается особенно регионов. Поэтому вопрос контроля судейства, он должен быть не только там, на территории Москвы и Московской области. Как раз вот эта контролирующая панель судей, она призвана на то, чтобы обрабатывать технические результаты, отсматривать видео и давать оценку судейству. А дальше, когда уже и тренеры будут получать эту оценку, будут получать правильные замечания, они работать будут совершенно, ну, так сказать, наверное, другим образом и будут смотреть, что им нужно исправлять и как им нужно исправлять. И вот в этой связи, конечно, это будет для нас очень большой помощью, потому что на сегодняшний момент нам пока исправлять есть что. Но вот в этой связи я хотела бы прям буквально немножечко отметить, что хорошо, что плохо на сегодняшний момент в выездке именно с точки зрения тенденций правильных. Могу сказать, что за последние годы изменился подход к лошади, и не только в таких культурных, так сказать, культурной позиции, то есть лошадь стала тем животным, когда к ней относятся с уважением. Я знаю, что, и я могу сказать, что Международная Федерация уделила этому огромное значение. Вы знаете, что любые правила, которые начинаются, они начинаются с кодекса благополучия лошади. Поэтому иногда к нам в Федерацию приходят, но все меньше и меньше жалобы на то, что люди жестоко обращаются с лошадьми. И, конечно, Федерация пытается принять решение, но вот буквально недавно был принят закон защиты животных, уже на основании которого федерация может более серьезно, так сказать, серьезные выносить наказания для тех людей, которые животных не уважают и относятся к ним плохо. Вот в этой связи я хотела бы всегда задаю вопрос тем людям, которые занимаются конным спортом, занимаются выездкой в частности, что если вы так относитесь к лошади, да, вы там ее бьете, вы ее наказываете незаслуженно, для чего вы вообще занимаетесь конным спортом, если вам это не нравится? Выездка как дисциплина очень элегантная, очень красивая, и если двигаться в правильном развитии, она приносит огромные-огромные плоды, и мы это видим. Основой работы выездки, конечно, должна же быть та самая современная шкала тренинга подготовки спортивной лошади, которая, кстати, является шкалой приоритетов выставления оценок судьями и которая не дает возможности форсировать лошадей. Вот. И поэтому каждый тренер, каждый судья должен эту шкалу знать, должен работать по этой шкале. И все спортсмены, которые занимаются выездкой, должны также понимать, и, скажем так, образовываться для того, чтобы понимать эту шкалу. Поэтому, когда мы говорим о правильном развитии выездки, конечно, качество лошадей мы не можем не отметить. Качество лошадей бывает разное, потому что не все имеют возможность купить классный материал. И хотя за последние годы в России появилось огромное количество лошадей, обладающие исключительными аллюрами,
шагом, и рысью, и галопом. И уровень этих лошадей, особенно когда они выступают там по молодым, группе молодых лошадей, там, 4, 5, 6 лет, даже сейчас 7 лет, имеет огромный-огромный потенциал. Но почему-то, когда лошади начинают бежать уже программу, например, малых езд, и дальше меньшая часть больших езд, почему-то теряют эти аллюры. Вот вопрос, почему? Значит, что-то у нас теряется именно в базе подготовки. Поэтому именно базовая подготовка, которая является основой, та самая шкала тренинга и в отношении лошади, и базовая подготовка всадников, это то, что мы говорили, это детско-юношеский спорт, это пони-спорт, оно как раз в симбиозе с поддержкой нашего судейского корпуса должны дать большой толчок к развитию. Но я хотела бы отметить, что на сегодняшний момент уровень выездки вырос практически во всех регионах. То есть есть всадники, которые приезжают из дальних регионов, показывают прекрасный, абсолютно прекрасный стиль езды, когда хочется отмечать и непринужденность, и легкость, и отсутствие борьбы во время езды. И, кстати говоря, и у молодых всадников, и у всадников там уже взрослых, и мы видим, и как бы мы тренеры это отмечаем, и судьи это отмечают. И вот эту тенденцию хотелось бы продолжить. Поэтому вот то, что я говорила о создании контролирующей панели судей, это вопрос не, так сказать, контроля жесткого с палкой, да, а это контроля с точки зрения помощи. Я думаю, каждый из регионов, который будет вот такую помощь получать, через какое-то время ощутит, что поменялось отношение, поменялся уровень, так сказать, выездки в регионе, и будут меняться лошади. Конечно, большое внимание всех специалистов конного спорта должно быть направлено на образование и самообразование. Когда человек не сидит на месте, когда он инициативный, когда он организованный и, так сказать, ориентированный на улучшение своих профессиональных качеств, да, то всегда это тоже бывает приятно. И мы часто беседуем с коллегами-тренерами, и всегда бывает замечательно, когда сами тренеры говорят, о, вот это нам помогло, и вот мы приехали, мы посмотрели, мы поизучали протоколы, и это нам тоже очень помогло. Поэтому выездка, она все равно не бывает однобокой. Есть выездка с точки зрения высшего спорта, спорта высших достижений, и есть выездка с точки зрения массового спорта. И как раз большая часть людей, это как пирамида, огромное количество людей занимается массовым спортом. И наша задача массовым спортом на уровне там, любительском, на уровне детско-юношеском. И огромное количество людей, занимающихся выездкой, должны понимать, что у них есть возможность развития, возможность подъема по вот этой лестнице, которая потом будет, так сказать, финальной, да, большой выездкой, где они смогут выступать там, в своей возрастной категории на самом высоком уровне, на чемпионатах России, предположим, или на чемпионатах Европы и мира. Вот, все мы к этому стремимся, и все мы хотим этого. Но хотела бы со своей стороны обратиться ко всем, кто слушает сейчас, и кто находится далеко от нас, далеко от Москвы. Не стесняйтесь, обращайтесь, мы всегда открыты к диалогу, всегда готовы помочь, помочь тренерам, помочь спортсменам, помочь владельцам какой-то информации, помочь родителям. И, пожалуйста, пишите, звоните, и я думаю, что мы с удовольствием будем с вами сотрудничать дальше. Спасибо большое. Я думаю, что Анатолий Геннадьевич, у нас остается немножечко, буквально 7 минут. Анатолий Геннадьевич, заключительное слово, что-то скажет. Вас не слышно, Анатолий Геннадьевич. Не слышно. Я не знаю, все слышат, Анатолий Геннадьевич, у меня не слышно. Извиняюсь, я... сейчас слышно? Да.
Я хотел поблагодарить Ольгу Олеговну за прекрасное выступление. Хотелось надеяться, что вот сегодняшний разговор позволит нам двигаться дальше, развивать нашу выиску. И хотел бы еще что сказать. У нас сейчас в России проводится очень много международных турниров. И приезжают судьи, приезжают спортсмены, и большое внимание к этим турнирам. И хотелось, чтобы вот на этих турнирах были как можно больше людей приезжало с регионов и учились. Потому что выиска там, в Москве, Московской области, Питере на очень высоком уровне. И хотелось бы, чтобы все регионы, которые там рядом или там далеко, могли подтягиваться к этому уровню. Вот такого количества турниров, они вот за 4 года, например, удвоились там количество таких турниров. И приезжают судьи очень высокого уровня, которые могут дать понять всем, что же требуется для выезда спортсмена от лошади. Поэтому возможности такие есть, чтобы учиться. И было бы нужно, чтобы вот это желание было повсеместно во всех регионах, которые культивируют конный спорт, в частности, выездку. А так, всем большое спасибо, удачи, успехов. И если есть возможность побывать на первенстве России, на командном чемпионате России на этой неделе, хотелось бы, все приехали, посмотрели, поддержали свои команды. Спасибо. Анатолий Геннадьевич, вот этот вопрос нам поступил по поводу книг, которые изданы и Федерацией конного спорта России. И где их можно приобрести? Я знаю, что вы там пособие для судей переиздали. Где можно приобрести эти книги и как их можно заказать? Нет, книги есть, но у нас вот часть тиража лежит в Пассаже. Но можно либо через Федерацию конного спорта, через Вариум обратиться, либо через Пассаж, через Ольгу Балыкину. Спасибо большое. И вот сейчас Красноярск нам написала Наталья Домбровская. Большой привет. Очень приятно, что у нас Красноярск нас слушает. Мы хотели бы встретиться и поговорить. И всех приглашаем мы на соревнования первенства России среди детей, юношей, юниоров, Ю-25 и личный чемпионат России, который сейчас состоится буквально с завтрашнего дня, завтра день приезда в Максима Стейбл. Мы всех ждем, и кто не сможет присутствовать, смотрите, пожалуйста, трансляции, которые обеспечивает Максима Стейбл, Максима Парк. Вот, большое всем спасибо. Я считаю, что много вопросов еще тех, о которых мы еще будем говорить, потому что в наших планах и проведение вебинаров, вы знаете, что прекрасные вебинары провели наши судьи Ирина Макнами, Юрий Романов, прекрасный семинар Галина Оралова, Андреева провела по организации вебинара. И, в общем, я думаю, что мы будем подключать к этому других специалистов. И обязательно мы с нашей общей помощью будем развиваться. И я считаю, что нам есть чем гордиться выездкой как дисциплиной конного спорта. И считаю, что то, что мы двигаемся в правильном направлении, и мы с удовольствием готовы слушать и сотрудничать на благо и развитие нашей дисциплины, в той, которой у нас есть богатые и были богатые традиции. Я считаю, что есть у нас хорошие перспективы. И постараемся все острые вопросы решить и найти пути развития в дальнейшем с помощью вас, дорогие слушатели и любители выездки. Всем огромное спасибо, что были с нами. И присылайте свои вопросы, пожелания. Будем дискутировать, будем разговаривать и будем работать. Спасибо огромное, Анатолий Геннадьевич. Да, всем спасибо тоже огромное.